солнышко, у нас все хочет. Анатолий, номер 9, Челевский Владимир, номер 11, Вероник Андрей. Сейчас хорошая номер возможность провести атаку, Александр. Полищу Тимаша, отдал передачу на левый фланг. Тимашевский Владислав, передача. Номер 19, Шок. На выходе сыграл.
голкипер Моряков. Поборолся с Владиславом Полищуком, и борьбу эту выиграл. Удар поворотом, и Реал Фарма 55-й Плачков Дмитрий и 98-й Семенев Дмитрий. Это основа. Запасные доскалятся Валерий 75-й Чикита Виталий и 7-й Викторов Николай. В атаке футболиста Реал Фарма Руданка смещается в центр, можно бить, дает передачу и не удается забить Владислава Полищука. Нет, Батон, Веков, команда лучше, Моряков, Фарма! Фарма! Сейчас вот так футболисты Черномовца. Фарма! Не удалось кика в центр. Фарма! Разгадали замысел. Колесников. Передача. Хороший прострел, но перерывают его футболисты. Черномарца. Дмитриев. Руденко. Сзади, сзади! Еще один навес. Отработана уже комбинация футболистов Реалфарма. И не удается Артему Шабуваленко нанести удар, в хорошей позиции он находился. С каждой минутой времени все меньше на исправление ситуации у футболистов Реалфарма. Удалось. Фарма! 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 Не разобрались, кому была передача. Будем бить! Руденко скачается в центр, можно бить, удар. И пробивает. Тимошевский Владислав. Вынесли мяч и забирают. Фарма! 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 Отличная передача на Богдана Прибутова и вновь попадает мяч в перекладину. Еще одна передача на Тимошевского. Дмитриев подбирает мяч. Машинин головой пробивает. Дмитриев. Заброс на Мининова. Терли его мячом. Фарма! 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 Руки! Навешивает он штрафную. Наверное, на мяч оказались черномовцы. Семенев разгоняется по флангу. Нарушат правила футболисты. Удар. И отбивает мяч Тигран Арутюнян. Фарма! Хорошая передача на Куду. Ему не удается сделать передачу в штрафную.
должна подбирать мяч и... Шире! Иди, мало, иди! Игорка с мячом. Дай ему право, Дим! Лево! Постреляй! Это наш прострел от Прилёпна. Не удалось разъединить. Вес. Стрел в штрафную Диафарму и первый мини мяча. Хорошая возможность забить четвертый гол. И теперь уже перекладина играет за Диафарму. Заканчивает этот календарный год разгром.